Центральный парк культуры и отдыха – место притяжения многих горожан. Здесь большая детская площадка, которая в солнечные дни собирает много отдыхающих. В дождь людей значительно меньше, но все же они есть. Представители Госатомтехнадзора в рамках рейда по проверке детских площадок пообщались с молодыми родителями и напомнили им о правилах эксплуатации игровых элементов. Вот такая листовочка. Вы, пожалуйста, можете с ней ознакомиться. Спасибо. Огромная просьба при, скажем так, посещении детских игровых площадок, если вы что-то заметили, что-то неисправно, все детские площадки на территории городского округа Мытищи оборудованы специальными информационными щитами. На этих информационных щитах указаны правила безопасности, а также телефоны ответственных эксплуатирующих организаций и конкретных должностных лиц, кто отвечает за ту или иную площадку. Проверка детских площадок сотрудниками территориального отдела на этот раз состоялась вместе с активистами «Молодой гвардии». Ребята вместе с представителями надзорного ведомства исследовали повреждения на детской площадке и фиксировали те недочеты, которые необходимо будет устранить ответственным организациям. Я отношусь к этому не безразлично. Мне очень важно знать то, что вот иду я по улице, смотрю на площадку. Она в хорошем состоянии, на ней можно реально гулять, или на площадку, которая в ужасном состоянии, там доски держатся на одном гвозде, и туда детей очень страшно посылать, потому что очень травмоопасно. Подобные проверки детских площадок проводятся как в рамках контрольных мероприятий, так и по обращениям жителей округа. За выявленные нарушения организация, за которой закреплено содержание площадки, привлекается к административной ответственности. Всего с начала 2019 года к административной ответственности было привлечено более 30 организаций, которые обслуживают и содержат детские площадки. Были выданы предписания об устранении допущенных нарушений. А по состоянию на сегодняшний день нарушения были устранены. Контрольно-надзорные мероприятия по игровым зонам продолжаются. Возможно, следующим местом проверки станет площадка именно в вашем дворе. Алла Сталаева, Денис Корнев. Информационная программа «День».